Волки бегают, объявление. Где? Аккуратно. Потерялся кот. А не волки. Ну мы уже этот, вот на горе уже. На горе. А я думал, что под горой. Ага. А то будем спускаться, спускаться все время потом. Ну и что это, да? А не знаю. Пальмы вон вижу. Ну да. Ау! Куда ты меня ведешь? Сил моих нету. Уж и куда не пойду. Нафиг. Такое удовольствие. Палим. Ну что, куда мы идем? Туда. Зачем? Люди обратно идут. А они, может, с той стороны зашли. С какой, с той, с этой? Да фиг там. Я тебя тогда убью. Трахикарпус. Форчуна. Вот, человек устал, не спит. Что, мы в ботаническом саду, что ли? Каменный. Вот где бы ты дуб каменный увидела? Я жрать хочу. Сейчас найдем. Найдем, здесь найдем. Так, опять подъем. Это последняя ступень. Последняя, люди, он надо мной издевается. Здесь ступенек миллион. Чуть-чуть, они нормальные, вот я иду нормально, как по ровной поверхности. Понятно. Да, какое дерево красивое. Сосна, ой. Да, сосна, наверное, какая-то. Русалка на ветвях лежит. Ух ты, это кедр ливанский. Нифига себе. Это красота. Сырок. А где же маленькая? Уплыла, наверное. Да, маленькая не хочет есть больше. Будет кидать большой. Торпила он сидит на камушке. Получай большой телефон. Она съела мусы. Написано 23-31. Что это означает, кто может знает, напишите в комментариях. Для меня загадка вот эти камни, что они означают. А тут 3-4-27. Я вот два уже находил, там другие цифры. И стрелки указаны куда-то. Что это означает? Напишите в комментариях. Ну как в ботаническом саду. Та-да. Деревья такие. Причем все, да, как реально в ботаническом саду. Такой камыш
Ой, камыш, говорю, бамбук. Угу. Офигенский такой. Конечно, мне с тебе легче идти. Ну, понятно. И солнышко спряталось. Классный бамбук такой. Угу. От них удочки делают, да? Угу. А глянь, какой толстый бамбук. Да. Ага. Удочку. Угу. И рыбку ловить. Черепашку увидели. Какое шикарное дерево. Это кедр. Ливанский. Угу. Лавки классные. Удобные, наверное, да? Удобные, да. Ой, хорошо как. Да. Пошли дальше. А, отдохнула, да? Теперь пошли дальше. Ну, иди, я тебя догоню. Я тебя догоню, все, иди. Ты меня привел. Я догоню. Да ладно. Отдохну немножко. Давай. Куда мне? Туда? Да иди куда-нибудь, да. Видите, какие совы в дереве вырезаны. А тут змея ползет. Сейчас съест эту сову. Сову или филина, или кто это? А вот, ага. А вон, видишь, там енот сидит. Еноты вон они. Где-то вертолет летит. Вот он. Не видно, наверное, далековато, да? Ну, короче, летит там вертолет. Пофиг. Вот еноты. И, кстати, в Ялте здесь есть еноты. И можно к ним поехать. Домашние, ручные. Какие еноты сидят. Это, походу, короче, парк, либо... Скорее всего, это гостиница Ялта Интурист принадлежит. Их парк. А может, Массандровский. Кто знает, напишите. Цапли какие-то. О, тут хорошо. Опять такой камень. 37-37. Что это такое? Туалеты. 29-37 в другую сторону. Что это? Что это означает? Бамбук он опять. Ага. Класс. А вот еще два камня вместе, но они, наверное, их сюда принесли, видишь? Они не отсюда, скорее всего. 28-34 и 27-29. Что это такое? 37-37. Опять 37-37. Их это игра. Ага, солнце зашло вообще так сейчас. Так. Кайфово так. Классно. Там вон избушка какая-то на... А, да, избушка, но она заколоченная. Ну, люди вон гуляют. Слушай, мы куда-то вышли. Что это? Это мы увидим, площадка спортивная. Какая-то. Да? Угу. Тренажеры. Это, может быть, здесь вот лучше было бы идти. Мы не знали. Ну, может быть. А там по этим ступенькам пока поднялись. Ну, да. Ну, парк классный такой. Опять 37-37. Что это такое? Непонятно. Маклюра апельсиновидная. Вот это, наверное, маклюра. А с какой стороны вот этот мох растет? Какой? Север, запад, юг, восток. С какой стороны? Не знаешь? Не знаю. Кто знает, напишите. А что? Как это? Полиция едет. Да, сейчас нас арестует. Не, правда, представь, это за нами сейчас. Ага. Я покачаюсь. Ну иди покачайся. В твоей стороне нет.
Ты же дыши нормально, правильно. Вверх. Это наш вес, нам тяжело будет поднять. Да? Попробуй. Ладно, попробуем другой. Это на следующий, да. Вот эту, да? Да. Давай, давай. Захотела. Отлично. Не? Нет. А, это вниз, это вверх. Вот тренироваться. Ага. Так не убейся, пожалуйста. Пожалуйста. Тут будет две контужены. Вот. А теперь вот, видишь, как она держит? Тут две подключались, а ты делаешь, начинается. Нормально держит. А я бы занималась бы, если бы была бы. Поближе, да? Да. Ну как ты, с упражнений? Класс, супер. Супер, сейчас съешь кабана. Сейчас поросенка съем. А, это они шли сюда на турник, получается. А мы куда идем? Ну, куда-то идем, короче. Вот мы, если бы сюда пошли бы, по правильной дороге, и вот так бы и шли, и по ступенькам бы залазили, как мы шли. Да. Ну, ладно, это спорт. Дуб пушистый. Дуб пушистый. Вовочки, мусорник чистенький. Чистенько все. А, вот церковь. Сейчас мы это и вниз пойдем. А, точно, да. Тут какие-то руины Помпеи. Что-то непонятно, что это такое. Пионерский лагерь, что ли? Здесь жить, А там что-то написано на табличке, что это такое вообще за территория. Это у нас Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицины, климатологии и реабилитации имени Сеченова. А что это? Филя, Филимон. Ага, кот. Научно-исследовательский институт это. Какой? Научно-исследовательский институт. Кот пропал. Храм открыт. Вот мы в храм пришли. Да, ну. Вот, храм открыт. Да, вижу я. Я просто посмотрю. Короче, храм какой-то. Домики такие классные. Классный такой. Классные домики, да? Этот домик крутой. А тут сдают, наверное, да? Ну, конечно. По-любому. Этажей сколько он? 3-4. Ну, первый, второй, третий, четвертый. Что-то закрыто. Да не, не закрыт, будет открытая дверь. Кто-то живет. Вот машину вставить. Будет там снимать, машину можно поставить. Ну да. Все ниже, ниже, ниже спускаемся. Закрыть? А, вот пошло вниз. Серпантин. Только по этой стороне теперь.
Представь, что мы с этой Сай-Петри поднимаем, спускаемся. Ладно, пока снимать не буду, оно все одно и то же. Да, да. Все, слава богу, вышли. Аккуратно, это машины тут летают. Сейчас перейдем туда. Все, пойдем с этой стороны. Ну все, возвращаемся вниз.